Сергей, скажи, пожалуйста, как ты уж узнал о школе мультимодельер? Ну, задался вопросом, сильно захотелось очень научиться, стал в интернете искать, кто обучит этому. И так получилось, что я выбирал между школой мультимодельер и школой Литек. И так получилось, что Роман, мастер, который нас обучает, смог меня убедить в том, что это лучший вариант, который на сегодняшний день на рынке есть по обучению мастеров, там, по реставрации. А как планируешь использовать полученные знания? В первую очередь я хочу организовать бизнес, связанный с реставрацией. Но даже как сказать-то это? В первую очередь для себя. То есть это мне понравилось, и работать с той же обувью, там, с сумками, это очень интересно и очень познавательно, в принципе, в жизни это пригодится в первую очередь. А потом уже, наверное, это для бизнеса можно попробовать. И последний вопрос. Вот по окончанию курса, да, сегодня был последний день курса. Вот какая основная идея, какая основная мысль, посыл, ты бы получил, да, за все эти 4 дня? И что бы хотел бы сказать студентам, которые рассматривают данную школу, как возможное место обучения? Ну, я бы, конечно, бы рекомендовал эту школу, потому что очень достаточно опытный мастер обучает этому делу, не просто, так скажем, да, показывает какие-то там поверхностные методы там реставрации, там покраски, там и так далее. То есть, мастер очень много знает, как работать с разными средствами, достаточно очень подробно все показывает, рассказывает. Ну и в принципе, как бы, других вариантов я пока что не знаю, но в целом бы рекомендовал бы. И еще вот последний вопрос. Как ты думаешь, сколько денег нужно, чтобы запустить собственный проект по реставрации? Вот после окончания курса, вот примерно. Ну, если примерно, это, конечно, не дороже денег, это не так много нужно денег. Смотря что ты хочешь, конечно, можно купить там и дорогое оборудование, и дорогие там, дорогую химию, но можно после обучения, так скажем, да, которое ты получаешь здесь, наверное, обойтись небольшими суммами, чтобы начать, и все это можно начинать поэтапно. Ну, небольшие это сколько? 20, 30, 40 тысяч рублей, то есть, в принципе, то есть для начала немного нужно. Самое главное желание, и чтобы человек понимал то, что поначалу ему будет непросто, может, в каких-то моментах, но самое главное старание, и все получится. Спасибо, Сергей, за откровенность и ждем вас в школе мультимодельер.